Замена аккумулятора Audi A4 B6. Снимаем уплотнитель, следом снимается декоративный пластик. С помощью ключика на 10 откручиваем клеммы. Далее откручиваем шестигранный болт с помощью удлинителя. После этого можно извлечь старый аккумулятор. Вот так выглядит крепежный элемент аккумулятора. Далее, отогнув провод, устанавливаем новый аккумулятор. Далее регулируем крепеж и закручиваем его. После этого закручиваем минусовую клемму. Убеждаемся, что ключи от машины в руках, и накидываем плюсовую. После этого устанавливаем декоративный пластик на место и устанавливаем уплотнительную резину. Если видео было информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.